Когда рассматриваешь фотографии чеченских боевиков, сделанных во время конфликта в республике, на них часто можно заметить зеленые повязки. Почему они повязывают голову зеленой тканью и что это символизирует? Конечно, всем известен факт, что зеленый цвет считается традиционным цветом ислама. Цвет природы полностью отражает представление мусульман о рае, в котором истинные верующие носят зеленые одежды, а еще это цвет молодости и изобилия. Зеленая повязка на голове имеет особое значение. Она является символом мученика за веру, того, кто пошел в бой, защищая свою религию, и, может, даже не вернулся из этого боя. С древних времен исламские воины повязывали зеленую ткань на голову, а сегодня такое можно заметить также среди приверженцев радикального ислама. Зеленая повязка может быть однотонной, а может иметь и надпись. В таком случае на нее наносят тексты шахады арабской вязью. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. Вот что она означает. Мусульмане верят, раз повязка находится на голове, то она будет правильно влиять на мысли ее носителя. Конечно, есть более практичная причина того, что чеченские боевики носили такие повязки. В то время своей формы у них не было, а одет был кто во что гораст, а некоторые и в камуфляж федеральной армии. По зеленой повязке можно было издали отличить своего от чужого.